Привет! Мы на канале Модель. И сегодня мы открываем киндер-сюрпризы. И познакомим попавшиеся нам киндер-сюрпризы с другими сюрпризами. У нас вот есть свинка Пеппа, новая какая-то серия. Говорят, там предметы интерьера попадаются. А подожди, я покажу. И есть еще Чичилав. Мы еще никогда не открывали такой Чичилав. Тоже должно быть интересно. Ну, начинай, да, давай с киндер-сюрпризов начнем открывать. Давай с киндеров начнем. Да. У нас такой человечек пришел, важный, в кепке, и принес нам киндер-сюрпризы. Покажи, какая нам серия там попала киндер-сюрпризов. Вот. Давай я посмотрю. Это у нас сегодня киндер-сюрпризы с фиксиками и другими игрушками. Будем их открывать и посмотрим, может, нам серийное что-то опять же все-таки попадется. Держи, Дашуль, открывай. Начинай. У Даши есть один открытый. Она не дотерпела и раскрыла. Ну давай тот, который открытый, доставай. Она не дотерпела и раскрыла его заранее. Не, просто не знала. Ты просто не знала. Давай, посмотрим, что там попадется. Да, давай. Интересно. Шоколад откладывай. Откладывай его сюда. Я не буду его. Не будешь его кушать? Открывай. Помочь тебе открыть? Помогу тебе. Вот так. Доставай. Посмотрим, что же там интересно нам попалось. Давай мне пока брошюрку вкладыш. Черепашка Ниндзя. Да ты что? А ну дай мне брошюрку. Дай. А ты попробуй пока собрать. Сейчас я вкладу. Покажи. Сейчас я вкладу и дам. Хорошо. Ты хочешь сама посмотреть? Нет, открывать. Раскрывать? Я вкладу. Спасибо, доченька большая. Ух ты, это что-то новенькое. Я такого не видела еще. А ну давай посмотрим. Так, это у нас непонятный какой-то, да. Это, наверное, какой-то робот, дочурка. Это не черепашка ниндзя. Их вот. Это робот. Вместо головы у него монитор. А ну давай соберем его. Давай попробуем его собрать сейчас. Так, подожди, как же его? А я пока стала мыть. А ты пока ковта... Нет, подожди. Тут наклеек нет случайно, дочь? Ух ты. Вот такой чубрик получается. Интересный он. Нет. Непонятно, правда, к чему. Он, экран у него не светится, хотя на брошюрке показано, что светится экран. Устанавливай его тут. Давай. Открываем следующее яичко. Да. Давай вот это. Давай, открывай это. Так, что же нам там попадется, интересно? А этот человечек пусть вот тут тусуется пока, да? Он такой смешной, поставь его, да. Это на нем стоит смотреть что-то? Ну, как будто какой-то робот, просто вместо головы у него экран почему-то. Я не знаю, почему так придумали. Вот да такой. Не, у него есть голова. Да? Ты на него наклеила. Он смешной такой, интересный. Взымать? Открывай. Мало туда ничего не попадется. Давай. Мало там ничего не попадется. Как же, по-любому что-то попадется. Давай посмотрим. Да. Помогу немножко тебе. Держи, а ну смотри. Ты мне давай сразу вкладыш, я буду смотреть вкладыш, чтобы уже быть готовой, что там будет. Опять! Да ты что, опять. То же самое. Опять нам это уже попадалось. Да. Эти игрушки вообще в последнее время в киндерах почему-то попадаются интересные такие игрушки. Очень сложно понять их назначение. Дашуль, покажи, там что-то еще должно быть. Дай мне коробочку эту, пожалуйста. Я говорю. Давай. Только я выберу. Я посмотрю. Что тут есть? Тут должны быть брошюрки. Да нет, не тут. Вкладыши. Держи, на, посмотри и дашь мне посмотреть потом. Интересно. Тут игрушка есть. Игрушка, а ну покажи. Интересно. В общем, да, вот такие опять зверюшки. Мы уже открывали такое киндер-яичко. Особенно ничего интересного. Никакого плавочник. Да, ищем. Он подпрыгивает. Его надо пальчиком нажимать, и он подпрыгивает. Да, я покажу, как. На. Вот. Мне еще не хватит. Вот так его. Хоп, и он отпрыгивает. Это экран? Вот так. Это экран? Оп, и он прыгает. Да, это экран. Ладно, нет, ставь его сюда. Ты не так делай. У нас еще одно яичко. Ника на столе. Ника на столе его подпрыгивала, да? Угу.
А ну давай посмотрим, может тут нам серийное что-то попадется. Нам нужен фиксик уже какой-нибудь. Да. Да, но мы не расстраиваемся, мы открываем дальше. Справляешься? Да. Давай парня нашего соберем. Пусть он с нами стоит. Это ему грустно одному. Вот так. Тут пусть стоит. Наблюдает за происходящим. Что нам попалось? Что нам попалось, да. Ну, интересно. Ага. Вот так. Очень интересно. Давай. Что же там у нас попалось? Даш, а это, скорее всего, будет какой-то фиксик. Посмотри, капсула оранжевая, а до этого были желтые капсулы. Я думаю, что будет фиксик. Давай откроем. Да, там, по-моему, какой-то... Не фиксик, там, по-моему... Верта. Верта. Ух ты, классно. Нам таки попалась сегодня Верта. Мам, она очень красивая. Дай еще так скажу, мне понравилось так говорить. Верта самая прикольная. Да. Ты хочешь еще раз на Верту посмотреть? Держи. Ух ты, пух ты. Нам теперь есть наконец-то кого знакомиться со свинкой Пеппой и с Чичилав. А то нам даже кого знакомить? Робота с непонятной головой. Ну, Верта красивая. Верта самый красивый фиксик. А серию покажи вкладыш. Вкладыш покажи. Покажем вкладыш и остальные фиксики, как выглядят. Можно, да, я покажу? Ой, нет, дочь, это не этот вкладыш. А где капсулка твоя? Вот она. О, мама не увидела. Забираем капсулку сюда. Это выкидываем. Вот, посмотри, какие они классные. Можно я покажу? Угу. Значит так. Она не так вот одета. Вот вся серия фиксиков. Она не так одета. Не так одета в мультике, да? Она, классные, она одета в зеленом. Так, ну нам пока попалась на сегодняшний день только Верта. Ну, ничего страшного. Так, давай оставляем Верту. Да, теперь давай будем открывать. Покажи хорошо, что это за сюрприз. Это свинка Пеппа. Причем производят ее, видимо, у нас где-то на постсоветском пространстве. Давай, ты сможешь? Попробуй. Попробуй ее отрезать. И у нас для свинки Пеппы есть еще сегодня сюрприз. Сейчас мы посмотрим, кто нам там попадется. Давай потихонечку. Отличненько. Все, можешь, наверное, дальше разрывать. Давай немножко все-таки помогу тебе, солнышко. Все, а ты открывай, смотри, что там внутри. А, ух ты, тут и вкладыш, дай мне пока вкладыш. Должен был быть и Джордж там. Там написано, а ну кто это внутри? Папа Свин. Папа Свин. Смотри, вот такая попадает, здесь такая книжечка вложена. Значит, тут показан этот дом, папа Свин живет в этом доме. Так, и показаны еще домики, которые могут попасться в этой серии. Интересные. Пеппа, папа Свин. И рассказывают, веселый папа Свин обожает играть со своими детишками, путешествовать на машине и читать газеты. Это правда? Про маму рассказано, особые десерты от мамы. Отдых в гостиной. Тоже очень интересно, как мини-книжечка для деток. Дашуль, можешь глянуть пока, я тебе разрежу давай. А ты пока посмотри, какая там книжечка. Там прям про каждого героя. Вот такой папа Свин, мы его сейчас откроем. Он очень маленький, я почему-то думала, они немножко побольше. А они совершенно маленькие. А ну поставь его на подставочку. Подожди, да я покажу просто, какой он. Поставим его на подставочку. Так, папа Свин. Как ставить на подставочку? У нас вот так. Мы ее устанавливаем. Не очень-то это и легко. Пока покажем папу Свина. Даш, ну он чумазый. Мама. Ничего страшного. Так, папа Свин. Папа Свин чумазый. Да что, чего он такой чумазый? Он посмотри на него. Прыгает. Он по лужам прыгает? Угу. Ну, папа Свин дает. А вот это домик. Причем домик такой интересный. Он раскрывается. Дашуль, там еще,
Там стульчик к этому дому. Вот он раскрывается, такой домик. Интересный, красивый. И папа, сюда... Свин кушает. Да, а теперь вот так вот покажи. Вот тут установи стульчик в доме. Поняла? Вот так, смотри, это происходит. Дом. А папа, сюда ставь стульчик и сажай папу свина. Это неправильно. Неправильно? Я так не достаю. А, так это ты... не надо вот так, а я так могу дома свалить. Извини, я не знала. А мы потом попробуем. Помнишь, я говорила, что у нас есть вот такой классный дом получается, и сидит у нас тут папа свин. Очень прикольненько. Дошли. А теперь попробуй. У нас есть сюрприз для папы свина. Сможет ли он прокатиться с этой горки? А ну, усади его. Вверх ногами хочет. Вверх ногами хочет. Ого, папа свин. А вот с этой горки получится у тебя? Это надо эту штуку свалить. Свалить надо эту штуку? А давай мы его закинем вот так просто туда попробуем. А ну. А ну, папа свин. Ой, горка поломалась. Ладно, не будем катать. Говорила, не надо. Папу свина, усаживай его на стульчик. Пусть сидит на стульчике. Он маленький. Он горку пока хочет. Убираем. Он хорошо. Хочет. Так, у нас давай пригласим Верту. Пусть Верта зайдет к папе свину в гости. Да. Потому что товарищ Мэндэмс явно туда не поместится, в этот домик. А вот Верта вполне туда поместится. Зови Верту. Верта. Скажи, Верта, приходи скорее. Верта, приходи скорее ко мне. Иду. Все, а теперь пусть они с папой свином ждут в гости Чичи-Лав. Да. Да? Погнай, покажем Чичи-Лав. Давай, я отрежу его. Так, вот такой Чичи-Лав. Сюрприз тоже. Сюрприз в пакетике. Сейчас мы его разрежем. А ну дошу. А второй этаж в других сериях попадается, я думаю, зайка. Так. Это что? Лав, девочка. Это просто... в юбочке. Даш, наклейка. Какая классная наклейка с маленькой собачкой. В юбочке. Так, наклейка. И сейчас, дочурка, я покажу. Тут очень много, тут целая серия. Чичи Лав. Вот они, собачки маленькие, да, какие прикольные. Даша, какая она на ощупь? Говорили, что она должна быть бархатная. Вот такие они красивые. Мама, можно я ее на дом повешу? Подожди, может тут надо к этой собаке... Эта собачка вот она просто так, ты уже отклеила наклейку. Ну давай, клей ее вот сюда на дом. Клей. У нас будет дом красивый. С чич... Они правда бархатные. Обалденно красивые собачки. Их вообще гладить приятно, как будто маленький питомец. Для них бы сумочку, да, маленькую, было бы классно, и пойти с ней гулять. Вот такой вот я Чичи-Лав. Гав-гав-гав-гав. Маленький. Так, покажи. А Дашенька сделала дизайнерское решение у нее. Теперь дом они идут Свинки гулять, Пеппы. И да, я ему и дом декорю. Давай. Так, а познакомились Верта... Чичи-Лав и... Ой, где вы? А как забыли? Меня зовут? Папа Свин. Папа Свин. А меня Пеппа. Хочу посмотреть, кто нам попался. Подожди. Так, сейчас я посмотрю, как зовут эту Чичи-Лав. Идем. Идем. Шиби-Лав. Это Шиби-Лав. Маленькая, красивая Шиби-Лав. Я побежала к своим друзьям. Можно к вам в гости? Я тоже очень хочу. Ладно, тогда мы идем гулять. Хорошо. Все идут гулять, да? Сначала показываем дом. А разверните дом, ничего же не видно. Ух ты, пух ты. Красотища. Такой у нас дом. Очень красивый дом, да. Этот дом можно брать с собой в путешествие. Сложил? Всех питомцев туда? Идем, 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 гулять. Класс. Я считаю, что нам попались очень интересные друзья сегодня. Я думаю, им будет чем заняться вечером. Им будет не скучно. Как ты считаешь? Может, угостим их киндер-яичками, которые у нас остались? А ну, попробуй. Дай им по кусочку. Будут они кушать? Ой. Ничего страшного. Будут кушать, думаешь, они? Тебе, Верта? Можно и мне кусочек? Можно и тебе, конечно, кусочек. Да.
Все. И чичилау. Всем по кусочку и чичилау. Вот так. Все карапузы? Все, они поели. Да, отлично. Поели и пойдут играться. Мыть ручки, можно, да? И чистить зубки после шоколада. Можно. Ты зубки почистишь после того, как скушаешь? Окей. Дашуль, ну что? Ставь лайк и подписывайся на канал Мэйдэй. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока.